Можете нам салават прочитать? Салават, что такое? А я не турок. Можете салават прочитать? Я не мусульманин. А я не мусульманин. Салават. Я не мусульманин. Я тоже. Я мусульманин. Повтори, что ты сказал. Прочитай салават. Салават. Я не знаю. Но я знал, я забыл. Добро пожаловать в Измир. Среди нас один мусульманин, и то салават не знает. Можете нам салават прочитать? И салават не знаю. Я не могу. Салават. Можете нам салават прочитать? Так, салават. Аллахумма салли ала Мухаммад ва али Мухаммад. Альхамдулиллах. Я половину знаю, понятно? Аллахумма салли ала Мухаммад. Ну ты олень. Можете нам салават прочитать? Салават. А как это делается? Как это делается? Я не знаю. Что это? Салават. У вас есть он? Я даже не знаю, что это. У меня нет салавата. Можете нам салават прочитать? Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Прочитайте нам салават. Нет. Аллахумма салли? Ну нет. Могу задать религиозный вопрос? Ну да, конечно. Прочитайте нам салават. Я знаю, но я не прочитаю, чтобы это показуха не был. Это неправильно. И поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос. Я последователь лаицизма. И в лаицизме подобные вопросы, религии, аяты, мы не будем такие вещи произносить. Поэтому спасибо. Где мы находимся? На улице Кипрских шахидов. Мы в Измире. В Измире это самая свободная улица. И каждый здесь чувствует себя свободно. Можете нам салават прочитать? Салават это шахадат или? Можете нам салават прочитать? Так, друзья, приятно было увидеться. До свидания. Аллахумма салли аля сайдина. Насылда, он да хатırlamıyorum. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва аля али сайдина Мухаммад. Можете салават прочитать? Салават. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля али Мухаммад. Окей. Ты аля забыла. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад. Можете салават нам прочитать? Салават. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля али сайдина Мухаммад. Спасибо. Пожалуйста. Это что такое? Салават что такое? Кажется, я не смогу. Почему? Ну, потому что я не знаю. Ты никогда не читал салават? Ты мусульманин? Да. Но я могу и прочитать, и не прочитать тоже. Можете нам салават прочитать? Пророку или тебе? Чтобы тебе, я твое имя должен знать. Özkan, значит. Аллахумма салли аля сайдина Özkan ва аля сайдина Özkan. Мухаммаду прочитать или тебе? Вот что важно. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва аля сайдина Мухаммад. О мой Аллах, ему самому и его семье предопредели хорошее. В день суда, когда все люди, от Адама до последнего человека, будут стоять перед Аллахом, и все джинны также будут стоять перед Аллахом. В день, который будет длиться 50 тысяч лет, солнце будет в миле от твоей головы, и ты будешь тонуть в собственном поту. Аллах Азза ва Джалля призовет, Он повелит привести адский огонь. Представьте себе эту картину. 70 тысяч цепей. Каждую цепь держит 70 тысяч ангелов. Эти ангелы будут волочить адский огонь. Они будут его тащить к людям. Им так будет велено сделать, и мы все будем за этим наблюдать. Когда огонь Джаханнама впервые увидит неверующих и грешников, он взревет от ярости. Это будет такой страшный рев, что 5 миллиардов ангелов отпустят цепи. Это будет его первая встреча с неверными и грешниками. Аллах говорит в Коране, что все люди, джинны, ангелы, когда взревет адский огонь, все упадут на колени
все упадут на колени. Аллах Азза ва Джалля обещает аду, что он будет заполнен. Я наполню его. Аллах спросит его: «Ты заполнился? Еще осталось место?» Джаханнам ответит: «Бросай еще!» «О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой для которого будут люди и камни». Сегодня люди не знают, что такое салават. А посланник Аллаха в самый тяжелый момент судного дня, он заступится за нас. При жизни он плакал со словами: «О моя община! О моя община!» Он делал дуа в слезах. Сегодня мусульмане салават не знают, что такое. Бойтесь Аллаха. Сегодня у каждого есть возможность стать причиной счастья тысячи людей. Наши братья и сестры, которым мы с вами строим скважины чистой воды, мечтают о мечети. У каждого на карте есть остатки 5-10 рублей. Отправив их на сбор, вы ничего не теряете. Представьте, братья и сестры, за каждый совершенный в этой мечети намаз и за каждый проведенный урок в этом медресе нас ждет великая награда от Аллаха. Поэтому примите участие, внеся хотя бы 10 рублей в это дело. Люди для людей.